Скажите, пожалуйста, что за праздник появился в воинском календаре, для чего он, кто был инициатором и во что он как бы должен выйти? Скажу так, по настоянию патриотической общественности, конечно же, с помощью военно-исторического общества «Россия», вот это как бы идея стала действительностью. Президент России сдал указ, и 3 декабря теперь будет отмечаться как День Неизвестного Солдата. Ну, почему 3 декабря? Потому что к 25-летию победы под Москвой в 66 году был принесен прах 41 километра Ленинградского шоссе, прах неизвестного солдата в Александровский сад. Сегодня это пост номер один, мы знаем. И вот это, я считаю, что таким образом мы отдаем дань памяти тем бойцам, которые, вот, к сожалению, не нашли своего места хранения, да, официально. Потому что, ну, знаем практически, можно сказать, не все, короче говоря, воины, мы знаем место их упокоения. Вот если говорить о Пензенской области, то 91 439 бойцов, они практически пропавшие есть. Только думайте, это практически две армии. И сегодня мы также говорим, что мы помним о вас, мы просим прощения за то, что мы не смогли найти место вашего захоронения, но мы вас помним, и мы память эту хранить будем, все, пока мы все живем.